Добро пожаловать на канал HardReset Info. В данном видео я вам расскажу, как включить функцию найти наушник на наушниках Beats Studio Buds Plus. Для этого откроем меню приложений. Откроем приложение настройки. После этого выбираем пункт подключенное устройство. И напротив наших наушников будет шестеренка. Нажимаем на нее. И нажимаем снизу на пункт «Поиск устройства». И нажимаем «Прозвонить левый наушник». И нажимаем «Отключить». Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!